мечтают мальчики из города Одессы? О чем мечтают мальчики из лагеря на Дыбе? Мечтают удостоиться внимания принцессы, и нет другого способа. Сергей, ваша любимая песня из всего того репертуара, который есть у группы «Лес Павел»? Естественно, «Белый лебедь», «Был пацан», «Селезень». Вот, в основном Сашина песня. Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный дом. Заведу голубей и с тобой, и с любовью. Мы посадим сирень. Скажите, откуда рождается музыка у вас? Как она приходит к вам? От текстов. В принципе, сначала тексты, которые, стихи, которые дают Танич, они очень музыкальные, и я пытаюсь просто их не испортить. Вы прекрасные любимцы. Давит ли это слава на вас или нет? Вы не звездны, вы не заболели звездностью, вы просты, вы доступны. Не давит, мы еще пока не узнаваемы на улице, но мы к этому стремимся. Это не самое плохое, что есть. Ну, то, что вас, вы говорите, не узнаваем на улице, но вас знает практически любой, и взрослый, и мал, и старый. Как вы к этому относитесь? Хорошо. Ну что ж, уважаемые друзья, спасибо вам, спасибо за то, что вы дали нашим зрителям. Пожелаем всего вам того, что только можно пожелать творческой, хорошей группе. Еще многих вам десятилетий, того же аншлага, тех же песен. Спасибо вам от имени всех тех, кто пришел сегодня на ваш концерт. Спасибо вам. Приходите еще. Всю-то зиму снятся сны, снятся сны. Просыпаться нет понта до весны. Ай, ветер мне гудит среди сна. А шаг влево, а шаг вправо хана. Отодвинуться хочу от тюрьмы. Отодвинуться хочу от сумы. Пляши пока молода. Нафига тебе и мне холода? Там всегда тепло. Не растут среди зимы беляши. Отодвинуться хочу от тюрьмы. Отодвинуться хочу от сумы. И уехать на край света, где с утра до ночи лето. Даже чукчи помирают от зимы. Отодвинуться хочу от тюрьмы. Отодвинуться хочу от сумы. И уехать на край света, где с утра до ночи.